Аграрии центрального региона наближаются до отзнаки у 1 миллион. Добрый выник показывают особные господарки. За Солигорским, Клецким и Слуцким у Дзержинским районе одразу 3 тысячники. С полев хутко прибирают пшеницу. И тут же шлейфом завозят солому и рыхтуют глебу для сябы озимого рапсу. Сёлета в области под его доведут больше за 95 тысяч гектаров. С лидерами жнива сустрелася Юлия Токар. На гэтым полі працы ідзе спорна. Сем экіпажаў рухаюцца след у след. Галоўнае сабраць збожжа хутка і без страт. Кожнаму камбайнеру дапамагае памочнік. Я рядом смотрю, чтобы все крутилось, все вертелось, чтобы ничего нигде. Помогаю с документацией, помогаю, да. Ну, частично в обслуживании комбайна тоже помогаю, что в моих силах. Механизатор Иван за штурвалом, агроном Вольга крочить побачи. Для дуэта комбайнера у Шатила это первая семейная уборка. И одразу круглый намолот. Уже столько лет вместе, сейчас вместе как-то больше доверяем. Как-то, может быть, более сплоченная семья наша становится еще благодаря вот работе и этому труду. И, наверное, тяжестям, которые все-таки приходится переживать в этот период, потому что они, тем не менее, есть, как бы ни хотелось. Сёлета у Дзержынскім районе одразу 3 экіпажы стали тысячниками. В опытные комбайнеры передают эстафету новым героям жнива. Уже вот последний год работаю, буду передавать ему. Опыт передаю, и все, пускай молодежь управляет. Реальность есть, сами, в принципе, всегда готовы. А в обязанности обслуживания комбайна следить за тех состоянием техники. То есть, чтобы комбайн был исправен, готов всегда выйти в поле. Для меня это очень хороший результат. Будем стараться, чтобы не одну тысячу намолотить. Все остальное зависит от инженерной службы, от агронома. Все волнуются, все переживают за урожай. А мы только воины, мы бьемся за урожай. Темпы на молоту значно поскорило спякотное и сухое надворье. Отповедно расти и уроджайность. С гектара сбирают больше за 35,5 центнеров. Тут праца кипит нон-стоп. Литерально больше 15 хвилин бункера наполняется на 100%. И спелая зерня отправляется на сушильный комплекс. Золотополёв долго не марнуется. Дзённый урожай за ночь высушивают до необходимой спелости для захования и перепроцовки. С полей зерно идет такой средней влажности, у нас 20-22% бывает. Ну, все, что намолачивают, мы, в принципе, успеваем за сутки, за ночь переработать. Где-то 120 тонн я загружаю за раз, и хорошие печи, прогревается она быстро, а потом включаем прямоток. Зерно практически не останавливается. Сегодня задача правильно убрать и качественно убрать хлеб. Это мы уже выполняем. Вторая задача сегодня сразу следом должен идти уборка соломы и свозка ее. Сегодня перед нами стоит задача не в порыве вот этой вот тяжелого периода, напряженного периода, ее не измельчить, а действительно запрессовать, завести на ферму, чтобы в зимний период времени у нас было чем подстилать наш скот. Соломяные роллы на полях – добрый знак. Значит, хлеб уже не у полей, а у засеках. Параллельно хлеб рыхтуют до новой сяубы. В области начинают засявать палетки озимым рапсом. Все лето под эту культуру отведут больше за 95 тысяч гектаров. Юлия Токар, Александр Шостакович, агентство «Теленовин».